Здравствуйте, уважаемые родители и ребята! На этой неделе у нас с вами очень интересный проект. Мы будем с вами делать яблочное дерево. Для этого проекта нам понадобится цветная бумага. Вот это вот будет фон. Вы можете выбрать любой другой фон, какой вам понравится. Зеленая, для того, чтобы вырезать вот такую крону. Коричневая, это будет ствол нашей яблоньки. И вот такие вот, такая тонкая бумага, это будут наши цветочки. Мы ее потом будем мять и клеить. Проект называется «Яблони в цвету». Итак, приступим. Для этого проекта мы сейчас возьмем клей, намажем ствол нашего дерева. Сейчас, минуточку. Вот. Приклеим на фон. Теперь намажем с вами крону нашей яблоньки. И тоже приклеим к стволу. Вот. Вот такая вот у нас зеленая крона нашей яблоньки получилась. Далее мы с вами будем брать вот такую вот тонкую цветную бумагу, будем ее вот так мять, и это будут наши цветочки, которые цветут на яблоньке. Вот. Они бывают разноцветные, розовые, ярко-розовые и белые. Вот так вот. Вы с детками вот так возьмете, намнете. Это очень хорошо для детской моторики, чтобы ручки работали, пальчики все ощущали. Вот. Намнем. Еще розовой. Тоненькая, она склеивается между собой. Вот так. Ой, даже сама отделить не могу. Вот, можно двумя ручками мять. Вот. Вот, еще сейчас ярко-розовых. Вот. Намнем. И приступим обклеивать нашу крону. Это будут наши воображаемые цветочки на нашей яблоньке. Вот. И начинаем клей в любом порядке, каком вам понравится. Вот так. Детки это могут делать сами, а родители только помогают вырезать и мазать клеем. Вот такой вот проект у нас с вами получается. Сейчас еще добавим немножечко цвета, чтобы была яркая. Вот такую яблоньку вы можете сделать дома с детками. Спасибо!